Если, например, лошадь позвать рукой к себе, а надо пригласить в круг, то лошадь должна подойти ближе и стать на виртуальную корду. Сейчас попробуем. Рысью. Надо левой рукой приглашать, он привык. Иди сюда. Вот, вот, молодец. Иди сюда. Молодец. Вот левой рукой он привык, что я подаю команду ему левой рукой. В левой руке у меня был телефон. Вот лошадь стала на виртуальную корду работает. Рысь. Вокруг меня. И когда я рукой покажу на стену, рысью. Рысь. Чуть пришлось поддавить. Потому что я без шамбарьера по стене. Лошадь должна двигаться по стене. Джань, хоп, хоп. И опять приглашаем себе. Хорошо. И на стену. На стену, на стену, на стену, быстренько. Рысь.